Смотрите, как я связала образец. Очень мягкая. Вязала на шестерке спицы. Ложится ровно, но это еще она без ВТО, только прям связала. Ну, вообще, вот такая. Если вязать большим полотном, в круговую, то, наверное, так вот и будет рисунок ложиться. Тут просто образец маленький, поэтому получился так вот. Цвета вообще, переходы супер просто. Очень классно.